ప్రభిష్టం విష్ణు పాదష్టోదర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి శ్రీ రూప్ సిద్ధాంతి గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ కమలమే అనంత కోటి సంగ దండవత్ ప్రణామ కర్తా. తత్పశ్చాత్ మరి శిక్షా గురు పాద పద్మ నితలీలా ప్రభిష్టం విష్ణు పాదష్టోదర శతశ్రీ శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి వేదాంత శ్రీల నారాయణ గోస్వామి మహారాజ్కి చరణ సరోజమే శ్రద్ధా పుష్పాంజలి అర్పణ కర్తా. ఉపస్థిత్ समस्त त्रिदंडीपादगण वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ. हरे कृष्ण. हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में श्रीधाम वृंदावन वैष्णव Мы совершаем Раджамандала Парикраму. Место, в которое мы прибыли, называется Бихарван. Вриндаван Дхама — это не обычная земля. Да, корона сейчас уничтожила все вокруг. Каждый год мы совершали парикраму. Так много людей из различных стран приезжало, но в этот год особенная милость Гурудева, что после нашего храма никакие храмы больше не совершают парикраму в этот год. Это милость Гурудева, что мы до сих пор совершаем парикраму. Также это милость благословения Мадва Махараджа, Бон Махараджа, чтобы сохранить эту традицию под руководством Гурудева, мы совершаем эту парикраму. С их милостью, их благословениями мы совершаем эту парикраму. Джай. Исле, я Вриндаван Дхам парикрама карна кои садхарна бат нехи. Я Вриндаван Дхам ки итне махима хе. Это какая-то обыкновенная вещь совершать парикраму. Шри Прабхуданда Сарасвати Пад говорит. Шримат Параг Парамадбхута Вайбхавая. Шри Прабхуданда Сарасвати говорит, что Вриндаван Дхам китне махима ее вихар винки. Он описывает, насколько прославлен Вихарван. Даже
Брахме не было разрешено войти в него. Даже Питар Брамха, он хотел принять рождение как камень, даже не во Вриндаване, а за пределами, где жили люди внекастовые. Он хотел принять такое рождение. А сам Шанкара, кто йоги, йоги Маха-йоги, сам Шанкар также принимает форму гопи. Но гопи, они раскрывают его сущность, кто он такой, и выгоняют с танца расы. Поэтому он выполняет роль охранника танца расы. А Удхавджи, он в форме деревьев, листьев, лиан, он остается во врадже. Тот, кто лучший, один из дорогих друзей Кришны, ты самый мой дорогой, Удхав говорит, говорит Кришна, даже мой брат Баладев, даже мои собственные сыновья не так дороги мне, потому ты Удхав. Поэтому Удхав принял форму деревьев, лиан, а Лакшми, она обитает на Вайкунтхе, и там она совершает аскезы, чтобы войти во Вриндаван. И мы под руководством Гуры Вайшнавов, мы совершаем парикраму той самой Дхамы, только по милости Шрила Бхактивиданта Нараяна Госвами Махарадж, но только его благословениями. Бхактивиданта Шрила Нараяна Госвами Махарадж ки джай. Исилие хам лог парикрама карте карте аби джахан пар хам лог упасthit хуе хэн. Так мы совершаем парикраму, и место, которое мы прибыли, Бихарван. Бихар — это то место, где Кришна наслаждается. Гурудев, Махараджи, мы там вот сидели, там была кунджа. Постепенно все леса были срублены, но до сих пор это место охраняется. Святыми, которые здесь живут во времена Шри Кришны, здесь совершались лилы, когда Кришна пас коров, а также здесь был тамал, кадамба, деревья росли. И какой-то тамал врикши, тамал три, оно, дерево, оно черное, как Кришна, а кадамба белая, как Радхика. Как Радха и Кришна, они супружеская чита, и также мы можем видеть черное белое дерево. Шрила Гурудев — это Рамана Манджари. И он в своей ситха-сварупе, особенно вот здесь, он сидел в этой роще. Гурудев сам находился в этой роще. Также как Шри Радхика и Кришна совершали свои игры в рощах, в пещерах, а также Шрила Гурудев пытался нас вызвать такую же стимуляцию, поэтому Гурудев, он смолодежный и купался в пыли этого места, потому что вот эта пыль, вот эти частички пыли, это не, они очень особенные в этом месте. Не каждый может осознать все секреты деревьев, листьев, Вриндавана. Везде все пометуют о Радхе, Радхе. Это место называется Бихарван. Иногда с мальчиками, пастушками, иногда с Раджагоби Кришна здесь наслаждался. Акунда, это называется Вихаракунда. Кришна вместе со своими друзьями, иногда вместе с гопи, наслаждался в этих кундах.
कभी कृष्ण बनते थे чор, कभी राधा рани बनती Иногда थी он чор. जब прятался, कृष्ण чор बनते थे, इतने и, में а иногда राधा рани искал, क्या करे, иногда छुप छुप Радхика करे, कहां छुप करे. становилась यहां पर मानो воришкой. श्री जोग माया, हां, विशेष करके А श्री Кришна, प्रहलाद देवी, он उन्होंने कहते भगवान की был в роли मथुर जिला полицейского, को а Радхика पुष्टि करने वाले пряталась от श्री него. वृंदा देवी, वो कृष्ण सेवा के लिए चार तरह का Вриндадеви, कमल फूल которая खिला था, всегда помогает रक्त в कमल, श्वेत лилах कमल, Кришны. Есть четыре लाल типа रक्त कमल, इतने चार तरह лотосов. का कमल खिलता था. Красный, इसमें белый, से श्री राधा голубой. रानी जा करके जहाँ पर हैं, जहाँ पर И पीला среди कमल हो, этих हैं? холостных जहाँ पर पीले रंग цветов का कमल हो, есть राधा रानी желтый का цветок, и это сама तप्त Радхика का цвет राधे, тела, ее वृंदावनेश्वरी राधा रानी का золотой цвет тела. एकदम तप तपे हुए जैसे सोने का रंग, राधा रानी जा करके उसको अंदर में अपना मुंह Так कहीं Шримати Радхика, как она пряталась таким образом, чтобы ее лицо было направлено к небу, и таким образом, как голубой лотос и желтый лотос, они смотрят друг на друга. И Шримати Радхарани прячется от Кришны, а Кришна ее ищет повсюду. Говорит, о, Радхика, где же ты? И я все, я проиграл, пожалуйста. Выходи из золотых лотосных цветов, и тогда иногда Радхика начинает искать Кришну, а Кришна прячется от нее. А Кришна, он голубого цвета. Потому он прятался в голубых лотосных цветах. भगवान के शरीर में आठ कमल, भगवान के शरीर में नेत्र कमल, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, सब कमल ही कमल है. इसलिए जब कृष्ण छुप जाते तो अभी राधा रानी ढूंढती थी, अभी राधा रानी को भी नहीं मिलता था. Таким образом, Радхика ищет Кришну, а Кришна прячется в голубых лотосах. रास को बाद में जिस कुंड में Это कृष्ण यहाँ पर विहार कुंडा. करते थे, जहाँ पर इसलिए ये स्थान Также का Кришна नाम здесь совершает बिहार водные игры здесь. बिहार Это करते место थे, तथा Вихарван. सखियों को साथ में बिहार करते थे. जब вместе बिहार с саками и саки он में здесь наслаждается. जो ब्रज गोपियाँ अपना दिव्य नेत्र में अपना घर में в बैठी это बैठी करके в это время अपना в Раджагопе दिव्य नेत्र में दर्शन करते हैं कृष्ण कैसे. बिहार своими करते трансцендентными глазами видят эти лилы, находясь в своих домах. И они повторяют святые имена, святое имя Шри Кришны, сидя у себя дома и видя трансцендентными глазами все, что происходит здесь, на Вихарване. प्राविशस्ताद गीत कीर्ति. इसलिए गोपियाँ अपना दिव्य नेत्र से दर्शन करते हुए वर्णना करते हैं गोपी कृष्ण своими कैसे विहार कर रहे глазами, बले все это лицезреют. कृष्ण के सर के ऊपर में मोर पंख. बोले मोर पंख क्यों लगाते हैं? А какова форма Кришны? Кришна имеет павлинье перо в своей голове, а на этом перо написано имя Радхарани. डिक्लार करते हैं, मैं भी जिनके नाम को अपना и सर पर Кришна носит имя Радхарани на своей голове. इसलिए और विशेष करके जो मयूर है, ये ब्रह्मचारी. И проповедует по всему Вражу славу Шримати Радхарани. मयूर कब नृत्य करता है? जब и также आकाश में काला मेघ छा जाए और बिजली चमके, घड़गड़ घड़गड़ घड़ शब्द हो, तभी क्या होता है? ये मयूर नृत्य करता है. также павлины, как они брахмачарья. कृष्ण का शरीर श्याम रंग है. И когда начинается шторм, дождь, कृष्ण जब बंसुरी बजाते हैं, जैसे घड़गड़ 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 शब्द है, इतने में मयूर तो देख करके कृष्ण начинает танцевать, когда Кришна поет, то в это время все павлины начинают танцевать. Когда кто-то танцевает, мы обычно им деньги даем вот таким образом. И поэтому павлины думают, о, Кришна так красиво поет на флейте, я должен ему что-то предложить. Поэтому у меня есть только павлиньи перья мои на хвосте. Поэтому он предлагает им то, что есть. Поэтому это павлинье перо, это подарок любви. Кришна его носит на своей голове.
Когда появляется радуга на небе, это означает, что идет и дождь, и в то же время солнечные лучи падают. И мы можем видеть, что волосы Кришны темные. В это время павлинье перо, оно как это радуга, украшающая голову Кришны. Шанкара, он самый лучший из всех танцоров. Кришна, он Господь Натараджа, то есть Шанкары. Когда Кришна совершает танц расу, Шанкара появляется в образе Гопишвара Махадева. Итак, Кришна становится... Итак, еще раз, Натарадж, он король всех танцоров. Но Кришна, когда он танцует на капюшон на головах змеи, Анантошеша, на головах змеи Кали, то тогда Шанкара, он восторгается этим танцем. И он никогда, он восхищается и никогда не может повторить тот же самый танец, который исполняет Шри Кришна. अभी गोपियों को तो बोल नहीं सकते राधा जी को आज हम इधर गैया चराने जाएंगे बा इधर कुंज बनेगा тогда Кришна он хочет позвать всех своих гопи, но он находится с своими друзьями с Нандабабой. Тогда что он делает? Он использует цветы, чтобы показать гопи, куда им нужно пойти, чтобы встретиться с Кришной. Кришна काले रंग के और उनका शरीर में जो पीतांबर है कृष्ण ऑन темного цвета राधा रानी को प्रति विशेष प्रेम को प्रकाश करते हुए राधा पीतांबर он показывает великую любовь по отношению к Шримати Радхике, потому что она золотого цвета. И он носит ее на груди, а прекрасная гирлянда, которая из 5-7 цветов состоит, он тоже носит на своей груди. А еще он играет на флейте прекрасным образом. И Радхика думает, что я не хочу в следующей жизни оставаться Радхикой. Я хочу стать флейтой. Посмотрите на удачу этой флейты. Иногда она на губах, иногда она в руках, иногда она на талии. Кришна никогда ее не покидает. И нужно спросить у Пурнамаси, какой скилл соблюдала эта флейта, что она всегда находится рядом с Шри Кришной. Я хочу родиться этой флейтой в следующей жизни. जोर जबरदस्ती हमको दिखा दिखा करके अंगूठा दिखा दिखा करके कृष्ण का सारे अधर रस को कौन पान कर रहा है ये बंसुरी पान कर रहा है и эта флейта она нас дразнит и испевает весь нектар с губ Шри Кришны. Губы Шри Кришны, они обычно красные, но когда она играет на флейте, они становятся синими, потому что флейта забирает весь нектар с губ Шри Кришны. Дусра гун кия бансури ме, кэте хэн, Кришна джейсе чахате хэн, усме пэйсе хи бэсти хэн. Агар хамари андар ме, агар я дво гуну а жай на, ридэй гавар хали карте, лекне хам то алли нирне ме бхарке ракхе хэн. У флейты есть качество, что она исполняет все желания Шри Кришны. Если мы очистим свое сердце, тогда Кришна будет играть с нами, как он играет на флейте. И гопи говорят, что весь нектар испила эта флейта. Когда Кришна совершает Бихар, на этом Бихар Ване, बितनौति की कीर्ति जब देव की सुत पदाम भोज पाद लक्ष्मी इसलिए कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े होते हैं जब कृष्ण चलते हैं उनका चरण वृंदावन धाम में पड़े पड़ने पर कृष्ण का चरण में उन्हें से चिन्ह है इसलिए वृंदावन धाम
Он все растет и растет, и его стопы, они касаются Вриндавана Дхамы, и также все символы, которые находится на стопах Кришны, Вриндаван, Дхам, свое сердце принимает. И земля, она себя считает такой удачливой. Что это за трава? Это трава, как... Она тоже очень удачлива. Кридрадж Гавардхан. Дарует нам землю, и Кришна наступает по его земле, по его телу. Итак, Кришна с Радхикой, они играли в одном месте, и приходит, и Ачутила Кутила всегда Радхику донимает, почему, куда ты идешь? Почему ты так поздно? Они постоянно таким образом оскорбляют Шри Радхику. И она называет причину, что пойдет продавать молоко, она встречается с Кришной. И Радхика жалуется, что Ачутила Кутила, они... मैं स्थापन कर दूंगा अगर ब्रज में कोई एक सती हो तो कौन है सती श्रीमती राधा रानी इसलिए कृष्ण ने बहाना बनाया क्या बहान सर दर्द और बुखार की बहाना Итак, बनाया Кришна, он, говорит, что он находит причину, что как будто бы у него болит голова. Ананда Махараши смог его вылечить, и она помогает во всех. Что если самое целомудренное пронести горшок в голове, который проколот в тысячи местах, у него тысяча дырок, это возможно, что за женщина может пронести горшок тысячи дырок в нем, отверстий, и вода не будет вытекать. Вначале Ачутила Кутила дадим возможность это сделать. Оскверняли Шримати Радхику, говорили, мы единственные целомудренные женщины в этом Радже. Тогда, когда Ачутила Кутила попыталась, то ни одна капля не осталась в этом горшке. И все врачевасе видела, что самые целомудренные женщины во Врадже — это Ачутила и Кутила. Тогда позвали Шримати Радхарани. И помятуя Шамасундаре, она стала выполнять эту задачу. И она сказала, если кроме тебя я никого не приняла в своем сердце, то тогда эта вода не должна никак вылиться из горшка. И тогда, когда она налила воду в этот горшок и понесла ее, ни одна капля не вылилась из этого горшка. Тогда все враждебасы начали श्याम सुंदर का स्नान कराया गया फिर राधा कृष्ण का बुखार सही हुआ इसलिए यहां पर ये खेलन बने हैं और इसको पास में затем он принял омовение той самой водой и всё его вся головная боль прошла हम लोग माधव महाराज उमा दीदी थी वहां पर गुरुदेव तक пришёл वहां पर एक माधव महाराज उमा दीदी पर महाराज ने все приходили с Гурудевом जहां पर ये गोपियां वहां पर Тапаванда — это место, где гопи совершают тапасию. Хотя это другое, и тапаванда тоже они различаются друг от друга. Когда Кришна, он удовлетворенный, дарует благословение гопи, что вместе... Касарат.
कसरत जहाँ पर किया था, जहाँ где पर मल्ल युद्ध किया था, वहीं पर अभी भी कृष्णा पटभृ्य и वहां पर है, Радхика, इसलिए они कृष्ण कृष्ण боролись друг с सखाओं другом. के साथ में खेल रहे Кашрод. थे. ललिता विशाखा и Там वसुदेव появилось баньяновое дерево, где Кришна, он сказал Сакхами, и пришла Лалита Вишакха, и спросила, что вы делаете? Мы тебя, Сакхи, сказали, что только великим рестлингом заниматься, а вы пастушки, как вы это можете делать? Но Сакхи сказал, знаете, кто наши Это Кишори Радхарани. Тогда давайте сделаем так, что они сразятся и увидим, кто кого победит. Когда Кришна услышал, что я должен бороться со Шримати Радхарани, только услышав ее имя, его стало тело трястись. А Матхумангала спросил, что с тобой происходит, о Канхая, почему ты трясешься? Ты же наш лидер, если тебя победят, то это будет оскорбление для всех нас. Но Радхика, их лидер, еще даже не пришла, а ты уже трясешься от страха. Тогда Кришна говорит, я не знаю, что происходит в моем сердце. Услышав имя Радхики, он стал весь трястись от страха. И Матхунгала сказал, ну-ка встань должным образом. Тогда Шримати Радхика пришла и только посмотрела на Шри Кришну. Кришна упал в обморок. केवल राधा रानी की एक कृपा कटाक्ष से ही श्याम सुंदर गिर पड़े वहीं पर और जितने वहां पर सखियां थी ना बड़े जोर से ताली बजाए अब लोग सखियां के नाचने खूब सलादोशम करीबों इसलिए कहते हैं ना कसरत स्थान है इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं जो कि गुरु वैष्णव को अनुगत्य में И мы такие удачливые, что пришли в это место. Если Ман Махарадж будет милостив с нами, то мы можем пойти в Кашрота, потому что у нас всего лишь один автобус, это место очень близко, и мы в течение многих лет туда не ходим, не ездим. Там один автобус у нас всего, и он может туда проехать. Потому что обычно там ездим на 15 автобусах, это невозможно в такое огромное местечко поместиться. Харе Кришна. Говорится, что без голода Бешенность. Никто не может совершать баджан, поэтому сейчас все голодные, мы не должны опоздавать. Тот, кто Ачаман Мьямуни не совершил, мы сейчас поедем в Чиркхат, и там можно сделать Ачаман. Сейчас я произнесу одну шлоку, и после этого можно принять прасадам. Вы сейчас услышите потом секреты шлоки от Ума Диди. Чумбане парамагам, алингане мокшадаякам. Слушай, нотун слог. Кто-то получает пунью, смотря на других женщин, и прикасаясь к другим женщинам, все грехи уничтожаются, а целовать чью-то жену, это так приятно, а обнимать чужую женщину, то это очень благоприятно. И что за шлока такая? Из Ганга и Муна. Две при Шри Кришне. Увидев Ямуну и Гангу, только лишь увидев их, то человек получает пунью. Пунью.
становится благочестивым. А если вы прикоснетесь к Ганге Муни, то все грехи уничтожены. А если вы Ачиман совершите, то вы получите удовольствие. А если вы примете омовение, то это же самое, что обнять их, и вы получите мукти. Вот это вот чужие жены, Ганга Ямуна. Раджа Гопи, они принимали омовение в Чиркхате. Сейчас мы примем просадам. Раджаваси мне говорили, прими просадам. Я сказала, я занят. Тогда эти люди сказали вначале, ты должен поесть, а затем уже всеми остальными делами заниматься. Тогда что я собрал Мадху Кари и увидел... йогурт. И так был, есть Махарадж, который ему очень нравится йогурт. И он говорил, о Махарадж, ешь йогурт. Он самый настоящий амрит, это нектар, никакой короны. Shri Radhe, यहाँ पर बिहार वन में 1100 cows, 1100 गाय हैं नंदवंश की, इनको इतना पूरा थोड़ा Что говорит нам этот садху, нам не переводит, к сожалению, но что-то о своих коровах, походу. Кау-сева. Рады-рады, Харе Кришна. Сейчас будем принимать прасада. Там бананчики уже были видны. Лайн-кардобето. Сидим со всем линию в ряд. Снимаем просадик? Или что? Ладно, пойду сяду тоже. Сюда сяду.
В принципе, могу просто поставить камеру и показывать, как идет вайшнава. अरे ये प्लेट किसका है वो एक्स्ट्रा हमारे जी बची है महाप्रसाद जी वो डिब्बा रह गया गड्डी में डिब्बा लाई थी ना वहाँ खिला देंगे वहाँ खिला देंगे वहाँ टको वन पे खिला देंगे ¿Vale?
अरे ड्राइवर लगा देंगे उनको देखो ड्राइवर को ड्राइवर ड्राइवर देखो चला अरे ब्रो इधर ला ए हरिओम ड्राइवर को हां देखो हां ड्राइवर को मुराद तुम गया नहीं बहुत लोग मिल जाएंगे उसको बड़ा कमरा उसको चाबी दे दीजिए और दो दिन चाबी के पास है क्या है कोई कोई भी हो हां वो जो है हां मां को मां भरवा दो दिन आप मांग दे दिया खिचड़ी Thank you.
Ну, в общем, вот так вот мы уже заканчиваем, в принципе, просад. Вот у меня от Гурудева. Даже не знаю, что это, кстати.
кстати, не парится, и похоже. Спасибо всем преданным, которые оставались вместе с нами. Так мы приняли просад. Будем отправляться дальше. Рады-рады.